сердечно приветствую вас на наше соревнование. В этом году у нас уже проводится второй кубок компании Freeway и Лёпи. Но это, конечно, при помощи МИД и китайского общества в Санкт-Петербурге и нашей консул Китая в Санкт-Петербурге. Хотел вам сказать, что хотя сегодня у нас второй кубок, но мы сначала так переживали. Но когда мы видим, люди радуют, все довольны, мы немножко успокоили. Мы хотели коротко рассказать о нашей компании. Наша компания Freeway организовалась в 2007 году. И мы являемся эксклюзивными представителями по марке Лёпи, Аманса и Кудоми. Но могу вам коротко сказать наши стратегические планы развития компании в этом году. Ну, скорее всего, короче говоря, завтра нас пригласили на участие на выставке Акрорусия. Это, во-первых, наша большая честь. И второй, мы тоже стараемся расширить наш сетевой магазин по Санкт-Петербургу. И третье, наше большое такое желание, что наш каждый россиян имели удочки компании Freeway, потому что только у нас комфортные, качественные, хорошие. Спасибо большое.